Накануне финального матча Кубка Союза Федерации футбола «Центр» стояла возможность играть в профессиональной лиге, и ФК «Орел» не упустил ее. Глава региона на встрече с футбольными командами выразил гордость за наших ребят. Когда 10 тысяч болельщиков приходит в небольшом городе Орле, очередной раз доказывает, насколько любим футбол. И пройдя вот эти 5 лет, создавая инфраструктуру, я напомню, что мы изначально договаривались. Построим инфраструктуру в районах, футбольные поля возле школ, для того, чтобы дети могли заниматься спортом. И вот итог. Наши ребята победили, и я хочу их поблагодарить за эту победу. Кроме того, прозвучали поздравления с другой победой, а именно с серебром всероссийского финала Кубка среди любительских команд, после чего игрокам торжественно вручили значки и зачетные книжки кандидата в мастера спорта. По словам ребят, впечатления от встречи у них остались только положительные. Приятно, что на нас обращают внимание, то есть на наши успехи. Год был тяжелый, то есть и морально, и физически. Все ребята понимали то, что при любых обстоятельствах надо выполнять задачу. Вот, и все довольны, все отдыхают. Передышка продлится до середины зимы, а после снова тренировки. В связи с этим был учтен важный нюанс, не оставшийся незамеченным. Самое важное для развития футбола – это условия, которые есть для тренировочной работы. Ведь, смотрите, стадион в последнее время, он реконструировали его. Условия действительно улучшились. Помимо реконструкции самого стадиона, тут построили новый манеж. Его площадь составляет более 9500 квадратных метров. Главный объект – большое спортивное поле, сложенное по всему периметру искусственной травой. А рядом необходимые бытовые помещения в 4 этажа – раздевалки, медкабинеты и так далее. Манеж введут в эксплуатацию уже в декабре этого года. Елизавета Юкович, Валентин Худокормов, телеканал «Первый областной».